В Ставрополе начали массово ловить водителей, которые не любят солнце. Сотрудники госавтоинспекции проводят в краевом центре масштабный двухдневный рейд. Останавливают машины, которые затонированы не по правилам. Искать нарушителей на улице города выехали более 10 экипажей ДПС. В первую очередь патрулировали дороги с наиболее интенсивным потоком транспорта. Найти автомобили с чрезмерной тонировкой оказалось несложно. Не знали, что без тонировки надо ездить? Не знал, конечно. А почему с тонировкой? Ну, потому что жарко, солнце светит. Мешает солнце? Очень мешает. А это только из-за этого? Только не потому что там модно, не модно? Не, если было модно, я бы лоб закатал. Ага. Да. А так солнце просто мешает. Из-за солнца? Да, конечно, солнце едет, руку постоянно жарит, рука уже это, загорела. Первый раз за тонировку попадает? Не первый. Было уже, да? Конечно. Рейд у нас проводится в связи со сложившейся оперативной обстановкой. Вы видели в городе Ставрополе, сколько вернулось жителей города Ставрополя, студентов с разных субъектов, включая дальние субъекты, близлежащие соседи. Ведут себя очень агрессивно, агрессивное вождение. Как правило, агрессивное вождение сочетается с наличием тех неисправностей на транспортных средствах. Сотрудники ДПС выявляют в крае до 200 нарушений по тонировке в сутки. Это очень много. Поэтому подобные рейды будут продолжаться и в краевом центре, и по всему Ставрополью.